Всем привет! Привет! Это опять мы, опять те самые из Брянска. Давно мы уже ничего не снимали, но наконец у нас выдался отличный день, выходные, и мы отправляемся в путь. Сегодня покажем вам кое-что интересное. Вы увидите вот это. Вот это. Здравствуй, Сочи, мой родной! Все, мы отправляемся. Узнаете, где мы будем. До встречи. И вот мы приехали. Сегодня будем находиться почти целый день, насколько это будет возможным, в музее, который называется... Гранд Макет Россия. Это самый большой макет, который есть на территории России. Второй по величине в мире. Так что пойдем посмотрим, это будет интересно. Оставайтесь с нами. Ну что, мы зашли. Сейчас началась экскурсия. На первом этаже музея можно увидеть экспозицию, как изготавливался макет, из каких материалов и насколько это тонкая и кропотливая работа. За стеклом, как в большом аквариуме, трудятся инженеры и обслуживающий персонал макета. Можно понаблюдать за ними, но это нравится не всем. Здесь предлагают приобрести бинокли, аудиогиды и сувенирную продукцию. Для детей и взрослых можно приобрести квесты, хотя и без них есть на что посмотреть. Настя, как у тебя впечатление? Он громадный. Народ еще просто море. Это тоже, да. Подожди, а мы куда идем? Сначала идем. Подожди, мы идем... А, вот Москва. Я тебе сейчас расскажу. Да, мы идем в Москве. Подходим к началу макета. Гранд Макет Россия – частный музей в Санкт-Петербурге, площадью 800 квадратных метров, где объединены собирательные образы регионов Российской Федерации. Является самым большим макетом в России и вторым по величине в мире. Автор и инвестор проекта – петербургский предприниматель Сергей Морозов. Над созданием макета работали около 100 человек в течение 5 лет. На оформление квадратного метра поверхности макета уходило примерно месяц труда одного специалиста. Официальное открытие состоялось 8 июня 2012 года. На макете представлена модель повседневной российской действительности, реализована через множество мини-сюжетов. Житейские ситуации демонстрируют различные виды человеческой деятельности. Труд, отдых, спорт, учеба, военная служба, дачная жизнь, путешествия, массовое гуляние и даже попытка побега из мест лишения свободы. Наземный транспорт представлен легковыми и грузовыми автомобилями разных типов, трамваями, автобусами, железнодорожными поездами, образцами сельскохозяйственной, строительной и военной техники. У посетителей есть возможность самостоятельно запустить движение на макете благодаря интерактивным кнопкам, расположенным по периметру макета. Каждые 13 минут над макетом постепенно происходит смена дня и ночи. В качестве источников света впервые в мире было использовано более 500 тысяч мощных светодиодов разного цвета. В общем, находимся здесь уже достаточно давно, очень все интересно. Прошли только... Нет, даже не прошли половину, а одну четверть прошли, посмотрели. Все настолько интересно, такое маленькое, все так движется. Обязательно здесь нужно побывать. Да, это круто. Движение автомобилей максимально приближено к реальности. Машины и автобусы останавливаются на светофорах и остановках, мигают сигнальными огнями, меняют скорость движения, идут на обгон. Электрическую энергию автомобили получают дистанционно, из-под макетного пространства, поэтому не требуют источника питания. Такой способ движения автомобилей на макете разработан и применен впервые в мире. Для оптимизации движения на макете на нескольких уровнях уложено более 2500 метров рельсов. Время движения поезда из Санкт-Петербурга на Дальний Восток составляет 18 минут. Для технического обслуживания в конструкции макета предусмотрено более 130 технических люков, через которые обслуживающий персонал может добраться до любой точки поверхности. Имеется также центр управления макетом,
который напомнил настоящий центр управления полетами. Ну вот мы и побывали в музее Гранд Макет Россия. Нам музей понравился. Настолько реалистично все сделано, до мельчайших подробностей все продумано. Очень интересно походить, очень интересно все рассмотреть. Мы были там 3 часа, и мы не останавливались везде, прям досконально все не смотрели. Хотя очень хотелось, но просто очень много людей. Мы поехали в выходной день, и народу там очень много. Организация работы в музее заслуживает высшей оценки, потому что много людей задействовано, но они знают свою работу на самом-то деле. Даже когда мы сдавали или получали свою одежду, там нету очередей. Там куча гардеробщиков, которые вежливы с тобой. И много людей помогают тебе в процессе нахождения в музее. Там все продумано до мелочей. Начиная, как уже Миша сказала, от раздевалки, заканчивая, я не знаю... Ну вот все есть, все, что тебе нужно для комфортного посещения этого музея. Организация просто высший балл. Вот так на самом деле должен выглядеть настоящий современный музей. Да, билеты, конечно, здесь не дешевые. Билет стоит взрослый 480 рублей, детский 240. Ты эти деньги отдаешь, и ты заходишь, и ты чувствуешь себя очень комфортно. Единственный минус, который был, я, конечно, люблю детей, но дети... Просто некоторые дети ведут себя настолько ужасно, они настолько наглые. Мы стоим возле макета, смотрим, просто проходит толпа детей, но они обходят сзади и начинают смотреть дальше. Один мальчик подходит ко мне и говорит: «Двигаемся». У меня просто вот такие вот глаза, и я, честно, немножко была в шоке просто. Кстати, организация тоже, у них есть громкоговорители, и очень много замечаний именно детям. Они тоже там говорят, что если вы приходите с детьми, то смотрите за своими детьми. Вот это вот 100%. А так все просто было круто. В общем, у нас куча эмоций, куча впечатлений. Хотя, казалось бы, это просто макет, но макет очень интересный. Мы вам рекомендуем там побывать. Вот такой у нас был сегодня день. С вами были те самые из Брянска. Посещайте интересные места. А также подписывайтесь на нас и ставьте лайк. Все, всем пока. Смотрите нас. Пока. До скорых встреч.